Привет, друзья! Вот не пугайтесь, но я сегодня вам хочу, вы знаете, показать вот этот вот ужас. Это вот у меня вот такие вот кольца, абсорбенты называемые, которые влагу собирают в моем в квартире. То, что я говорила, что влажность страшная у нас, просто жуткая влажность. И вот это такие вот покупаются таблетки. Она на моем видео будет в самом начале, как она была, как она выглядела, когда я ее купила. Вот, к сожалению, одна уже сломалась. Но они такие большие были, симпатичные. И вот это вот каждый день. Вот я вот их вот так вот вытаскиваю. Вот я ее вот приспособила, вот такой вот стаканчик, видите. И вот каждый день, вот одна уже таблетка сломалась, потому что они у меня уже почти месяц, наверное. Вообще они рассчитаны на 3 месяца, вот эти таблетки. Но вот это все уже, конечно, получилось караул. Все уже сломалось, все уже отлетело. Вот посмотрите, друзья мои. Сейчас вот даже, наверное, я вылью куда-нибудь и посмотрим, вот сколько за день они влаги собрали. Ну вот, смотрите, я, к примеру, вот принесла такой стаканчик. Ну сколько он там, 200 грамм, да? И вот смотрите, что у нас будет. Это из одной комнаты за сутки больше полстакана влаги. А это из другой комнаты. Вай-вай-вай. В общем, там еще даже осталось, видите? Ну почти. Полный стакан. За целый день. Вот оно. Вот эти таблетки, все. Их уже надо выбрасывать, эти абсорбенты. Надо новые покупать. Они вообще-то продаются здесь у нас. Но вы знаете, они стоят довольно-таки дорого. Вот такие две таблетки, вот 6 фунтов. А если покупаешь еще там специально такая пластмассовая штучка, в которую они вставляются. Я-то, видите, голь на выдумке хитра. Я просто поставила в стакан пластмассовый, да и ладно. А вообще они продаются в таких красивеньких, еще к ним продаются такие красивенькие штучки, пластмассовенькие, вот она туда ставится, и с нее стекает вода. Вот вы представляете, ну это я вам как бы вот просто показала, что происходит, какая влажность в английских квартирах, друзья мои. Ну вот, наверное, пожалуй, что и все. Вот эти вот абсорбенты, таблетки, все, я уже выбрасываю. И придется покупать новые. Вот у нас сейчас дождь еще будет весь месяц. И мне уже их все не хватило. Из чего сделаны таблетки, я не знаю. Но они вообще, конечно, классные, вы знаете. Потому что и английская доставка работает классно. Потому что я их вот купила. Заказала, вернее. И мне их на следующий же день тут же, значит, стучат в дверь. Я открываю, стоит мужчина с таким огромным коробком. Просто огромным. И мне говорит, вот вам посылка. Я говорю, да я что так, мне вроде я не жду посылки. Но, тем не менее, имя мое, ладно, я взяла, открыла. Они упакованы в 10 бумажек, в 55 целлофановых пакетов. Вот знаете, надо было вам еще тоже заснять вот это, как я доставала. И я даже не могла понять, что там. А потом, когда я достала, вот это, значит, вот это вот они так их упаковали. Ну и они, слава богу, были сухие. Потому что доставка была очень быстро, шел дождь, и эти абсорбенты не повредились. Ну и вот я их поставила в одной и в другой комнате. Вот они у меня вот так вот жили. И все. Теперь надо покупать новые. Вот такая вот влажность, друзья мои. Вы не представляете просто.